Mechmech karera havakumein, mi lav gragein anum. Karera thejanumein, karera latsumein paganzi mech. Bugha barsranumer yertika, hivandin tsatskumein. Erekhekov nstotumein bukharu archeva. Uberamers Кираков простудился. Слег в постель. Бредил и метался в жару. Ну зачем ты столько масла ириса купил? А? Дура ты, дура! Масленица на носу! Жили-были два брата. Один умный, другой глупый. Я! Хоп!
Брат, зачем вы дрова руками рубите? Топорова, что ли, нет? А что такое топор? Вот так спокойно, не спеша, и слов медовых не щадя, взялись за мед. И за беседой невзначай пролили каплю через край. Жил на свете бедный человек. День и ночь трудился, а выбраться из нужды никак не мог. Жили, были два брата бедняка. Если ты рассердишься до того, как кукушка прокукует, платишь мне 1000 рублей. А если я рассержусь, с меня 1000. Договорились. Ады был. Уды. Чаты был. Маты. Отец был. Да я. На охоту пошли. Вышла я замуж. Родила сыночка. В шапочке попоз назвала... Кикос! Один человек отправился в дальние страны на заработки и попал он в одно село. Я-хо! Я! Вдруг видит в этом селе люди дрова руками колят. Ха! Эй, братцы, зачем это вы руками рубите? Топора у вас что ли нет? А что такое топор? Топор? Достал он свой топор из-за пояса. Разрубил дерево в одну секунду. Собрал дрова и сложил их в сторонки. Как увидели это крестьяне, разбежались по селу и стали народ звать. Эй, вот люди, это, бегите скорее сюда! Разве топор дерево разрубил? Сюда, дерево разрубил! Братец, отдай нам этот топор. Правильно. Топор вам отдать? Да. Топор, да? Топор отдать? Долго уговаривали? Уговаривали. Умоляли даже. Много добра дали. Даем. Вы торговали. Добро пожаловать, братец Топор. Муа! Доброго тебе здравия. Приветствую. Добро пожаловать, братец Топор. Муа! Где же ты раньше был? Да пусть не иссякнет сила твоя. Благословляю тебя. Здравствуй. Добро пожаловать, братец Топор. Староста рубит первым. Опять. Я-о-о! Братцы, братец топор взбесился, ногу укусил. Ногу укусил? Чего вы уставились? Отдубасьте его палками! Отдубасьте его палками! Беги за еще! Еще! Неповадно было, сбить и взбесился. Я сейчас с ним расправлюсь, спокойно, причалимся. Пахнет паленым. Горит. Горит, горит, горит. Я обжегся. Он обжегся, обжегся. Ну что? Огонь потух? Потух! Эй, ты, посмотри, как там братец топор. Братец топор разозлился, весь покраснел. Весь покраснел? Да. Правильно, я так и знал, нам беды не миновать. Беды да, не миновать? Да. Что же делать? Да. Да.
Да. Да. Посадить его в тюрьму и делу конец, а? Ага, правильно. Лучше не придумать. Ты? Да. Брось топор в мой амбар и глаз с него не своди. А в амбаре сено полным-полно. Как бросили туда раскаленный топор, так сено и загорелось. О! Что-то жарковато стало. Горит. Амбар горит. Что? Что? Горит! Горит! Где? Амбар, скорее сюда! Сюда! Амбар горит! Горит! Амбар сюда! Горит! Постойте! Жили два брата. Один умный, другой глупый. Умный брат всегда заставлял глупого делать тяжелую работу. Да так его замучил, что тот, отчаявшись, однажды говорит. Вот. Братец, не хочу больше жить с тобой. Хочу жить раздельно. Отдавай мою долю, я ухожу. Добро. Говорит умный брат. И сегодня ты поведи скотину на водопой. А когда пригонишь обратно, поделим. Та скотина, которая войдет в хлеб, моя, а которая не войдет, твоя. Согласен. А на дворе в это время зима была. Погнал глупый скотину на водопой. Ого! Ого! Ирры! Ого! Ого! И обратно. Стужа, мороз, холод. Продрогла скотина, замерзла. И как только домой вернулась, сразу в хлеб греться зашла. И остался на дворе один паршивенький, апчи, больной теленок. Он глупому и достался. Повязал глупый ему на шею веревку и повел продавать. Пошли. Зовет и покрикивает. Джаниман, джаниман, тунем шинель, гет и беян. Джаниман, джаниман, тунем шинель. Не отставай. Пошли. Гет и беян. Джаниман, джаниман, варен талел, эльку геран. Шел глупый мимо старых развалин и все звал теленка. Теленок, быстрей! И отзывались развалины эх. Эй! Это вы со мной говорите? Да? Да. Теленка, вам продать? Продать. За сколько хотите взять? 5. Сегодня заплатите или потом? Потом. Ну, смотрите, я завтра приду. Приду. Оставил он теленка развалинам, раз уж покупатель нашелся. И довольный вернулся домой. Получу я 5 рублей, дом построю из камней. Эх! И напиться ведь не грех. Эх! Напью в перину легкий пух. Ух! Ой, девицы, красавицы! И... Глупый встал на завтра с первыми петухами. За деньгами идти пора. А темной ночью голодные злые волки съели этого теленка и остались от него рожки до ножки.
Джаниман, тунем, шинель, гети и белян. Джаниман, варенталем. Заразили и съели? Ели. Вкусный или нет? Нет. Услышав такой ответ, глупый подумал, что развалины не хотят платить ему деньги. Знать ничего не хочу, 5 рублей отдавай. Ай. Рассердился глупый и начал со всей силой колотить палкой по стенам старых развалин. Вот вам, вот так, вот вам. Камни так и посыпались. Развалины старые были. А давным-давно в этих развалинах клад был спрятан. Сыпались камни под ноги глупого, а с ними золото. Давно бы так. А зачем мне столько? Чужого мне не надо. Взял он свои 5 рублей и вернулся домой. Джаниман, джаниман, тунем, шинель, гети и белян. Джаниман, джаниман, варен, талел, эй, гугелян. Джаниман, джаниман. Ну что, продал теленка? Сквозь смех спрашивает умный брат. Продал, отвечает сквозь смех глупый брат. Кому? Развалинам. Развалинам. Деньги получил? Еще бы. Я их так, что они все золото и выложили. Золото выложили. Братец, братец, что с тобой, братец? Вставай, братец! Где этот клад? В четвертый раз спрашивает умный брат. Не скажу. Наберешь полный мешок и взвалишь меня на спину. Нет, не бойся, ты мне только место покажи, а я для тебя новую одежду куплю, ведь ты у меня совсем голенький ходишь. Поверю глупый брату и повел его к развалинам. Джаниман, джаниман, тунем, шинель, гети, белян. Джаниман, джаниман, варен, талел, эй, гугелян. Джаниман, джаниман, Во! Умный брат все золото, конечно, собрал, взвалил на плечи глупому брату и велел отнести домой. Джаниман, джаниман, тунем, шинель, гети и перан. Джаниман, джан, богатым стал. Но для глупого новой одежды так и не купил. Кириакос простудился. Слег в постель. Бредил и метался в жару. Братцы, пока он не пропотеет, не поправится, давайте-ка мы ему баньку устроим. Ага, мы тоже так думаем. Другого выхода нет. Кириакос? Да вот баньку хотим тебе устроить, что скажешь? Боюсь я, не выдержу. Ну что ты как маленький, не бойся. Хорошо. Вам виднее. Принесите-ка котел с водой. Да бросьте в огонь камней, чтоб до красна накалились. И начал дядя Несо вспоминать, кого же спасла каменная баня. Матна с Данела. Молодец. Матосан с Татоса. Ура! Сатуран Степана. Браво! Пока вода закипала. Баль-баль-баль-баль-баль-баль-баль-баль-баль. Накалились и камни. Ну все, пора за дело. Братцы, страшно мне. Ты помолчи. Принесите-ка одеяло потолще, а вы все идите со мной. Закутали Кириакоса и сели на него. Вот помню, наш Абгар в прошлом году также простудился. Чай на 1000 листники заварили, дали выпить. Мазями всякими растерли, компресс наложили, ничего не помогло. Вот тут-то я и сказал: ребята, давайте ему баньку устроим. Умираю! Ну так вот. Разожгли мы костер жаркий, взяли у бабки котел, что с подбитым краем, поставили его на огонь, а вокруг камни положили. Вода закипела, и камни накалились. А этот все орет: задыхаюсь! И тот с перепугу вот так же орал. Ну не скажи, Абгар же не испугливый. Видали мы таких храбрецов.
Набрел я как-то на медвежью берлогу. Захожу к Абгару и говорю: «Абгар, пойдем на медведя, выманим его из берлоги». Ну и пошли. Взял я шест и начал дразнить зверя. А медведь вышел и прямо на меня. Да! «Абгар, помоги, миленький, помоги, родненький, Абгар! Эй, Абгар!» Только пятки и сверкают. Еле выбрался я из медвежьих лап, вернулся в село и говорю: «Ну как же так, Абгар?» «А я за ружьем побежал». «Врет, с перепугу удрал». Ну вот, я ему говорю: «Баньку», а он мне несо. «Умираю, замыхаю». Да кто его слушает? Взяли мы камни, побросали их в воду, и как только пар пошел, сунулись больным под одеяло. Кричит, надрывается, ой, как кричит, ой, как кричит. Пора, пора, и успокоился. Приподняли мы одеяло, а с него пот рекой течет. Встал он, как ни в чем не бывало, здоровый-приздоровый. Как закончил дядя Несо свой рассказ, встали мы и сняли с Иракоса одеяло. Пар валит до небес. Как он? Кирякос. Молчит Кирякос. Кирякос. Не шевелится. Кирякос. Звали. Трясли. Серебрили. Не стало Кирякоса. Как же это, братцы? Видать, судьба. Вай, кора нам есть! Запричитала жена Кирякоса. Вай, ту нас кандовец. И пока жена оплакивала Кирякоса, мужики греясь на солнышке вспоминали, кого отправила на тот свет каменная баня. Вай, Кирякос, дя! Ханасанс, Харона, Меликанс, Ваеса, Ахверданс, Андо, Охананс, Мельхона, Шамиланс, Шамира, Чатнанс, Моси, Симонанс, Гало, Хакопанс, Амбо, Осепанс, Аво, Гречананс, Асо. День отцовских крестин, да материнских родин, собрались мы как-то, пятером ли, шестером ли, с ружьями да шашками на охоту пошли. Ады был. Буди. Чаты был. Маты. Отец был. Да, я. На охоту пошли. По долам прямиком все шли. Где зверя чуяли? Тишком, молчком шли. А где страх нас брался? Согнувшись прошли. Шли мы, шли. Вдруг прям озером пришли. Два пересохших, а в третьем вовсе нет воды. Глядим, в том безводном озере плавают, крякают три утки белые. Две дохлые, а третья совсем не живая. Ну, а ты стреляй! Ружья нет! Куда ты стреляй? И у меня нет! Чё ты моты? И у нас нет! Что ж делать, а? У отца в руке палка была, короткая, длинная, толстая, тонкая. Поднял он ее, взял на прицел и вдруг так! Бабахнет так! Он бабахнул. Я ударил! Так ударил! Утка слегла! По 5 футов оба крыла! Ади, дай-ка нож! Нет у меня! Куды, дай нож! Нету ножа! Чё ты, моты? И у нас нет! Что ж делать, а? У отца есть, да без клинка. Взяли мы этот нож без клинка. Ады резал! Не зарезал! Уди резал! Не зарезал! Чапки! Не зарезал! Не зарезал! И отец мой! Не зарезал! Я зарезал! Зарезал, да удивился! Нет, утка! Уйва! Ады хотел поднять! Не сумел! Удержался! Куда ему? Чапи! Не смог! Маты! Не смог! И отец мой! Не осилил! Я поднял! На спину взвалил!
Дальше пошли! Шли и куда-то пришли. Глядим три села редком на пути. Двух сел совсем не видать, а третье вовсе без домов. В селе том, что без домов, ни улиц нет, ни дворов. Одна избушка, а в ней три старушки. Две мертвые, а третья совсем не дышит. Третья старушка. Туда пошла, сюда пошла, туда пошла, сюда пошла, туда половинку пошла. Половинку риса нашла. Да, три котла. Два дырявых, а третья вообще без дна. Братцы! Говорим, давайте плов с уткой сварим. Налили мы воду в котел, что без дна, утку да рис положили туда и стали варить обед без огня. Варили, 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 варили. Утка да рис испарились, осталась вода. С охоты голодные очень пришли. Набросились! Ели! 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 И не съели ничего, и не пили ничего. Выбрать было нечего, кушать было нечего. 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 Жили-были на свете муж да жена. Всю жизнь они между собой ругались. Муж жену обзывал, а жена мужа. Дура! Сам дурак! Дура! Сам дурак! Ущ! Ну-ка проверим. Давай, дурак, дура, дурак, дура, дурак, дура, дурак, дура, дура. Нет, дело так не пойдет. Дурак, дура, дурак, дура, дурак, дура, дурак. Дура. Однажды муж купил пуд масла и пуд риса. Нанял работника. Велел покупки отнести домой. Рассердилась жена. Ну какой же ты дурак? Зачем ты накупил столько масла и риса? Что у тебя? Свадьба сына или поминки отца? Какая свадьба? Какие поминки? Масленица на носу, дура! Сразу так бы и сказал, сам дурак. Ждет жена, ждет, а масленицы все нет. И вот сидит она у окна и видит, человек куда-то торопится. Приложила она руку ко лбу. А, братец! А, братец! Послушай, братец, тебя масленицей величают. Прохожий сразу смекнул, что у этой женщины не все дома. Дай-ка назову себя масленицей, интересно, что будет? Да, сестрица, я масленица, а что? Ни стыда у тебя, ни совести. Не обязаны мы твое добро сторожить. Немедленно забирай рис и масло. Я за этим и пришел, сестрица. Дом твой долго искал. Да? Да. Проказник. Держи. Рис и масло взвалил прохожий на спину, поставил пятки вместе, носки врозь и отправился в свое село. Муж приходит домой. Держи. Дурак! Дура. Дурак! Дура. Да, масленица к нам заходил, свои вещички прихватил и ушел. Какой масленица? Какие вещички? Ну, рис да масло. Сижу у окна, вижу, человек идет. Я его зазвала, отчитала и спроводила. Дура, дура, каких свет не видывал. Дуреха безмозглая. Куда он пошел? Туда.
оседлал муж коня и вдогонку за масленицей. Идет масленица по дороге и видит, всадник скачет. Тут же смекнул. Наверняка это глупый муж глупой жены. Добрый день, братец. Добрый день. Не проходил ли кто по этой дороге? Да, проходил. Что нес? Ничего, масло дари. Он-то мне и нужен. Давно это было? Пожалуй, очень давно. А если коня припустить, догоню? Ну куда тебе? Покуда твой конь четырьмя копытами перебирать будет. Раз, два, три, четыре. Он на своих двоих. Раз, два, раз, два, раз, два. А, и нет его. Что же мне теперь делать? Ха, что тебе делать? Оставь своего коня, а сам пешком иди. Может, и догонишь. Это ты хитро придумал. Оставил глупый муж коня масленицы, сам пешком пошел. Шел он, шел и никого не встретит. Вернулся на прежнее место. А лошади нет. Пришел он домой. Ты кому отдала масло и рис? Где наша лошадь? Кто тебя об этом просил? Где наша лошадь? Кто тебе вдруг в голову где ударила? Где наша лошадь? Ослиная твоя голова! Дура! Сам дурак! Смотрит масленица на них и смеется. Ту-ра-ра-ри-ран, ту-ру-ту, ти-ра-ри-ран, ди-ран-тан, ти-ра-ри-ра-ра, ди-ран-тан, ти-ра-ри-ра-ра, ди-ран-тан, ти-ри-ти-ра-ди-ра-ри-ра-ра, та-ри-ра-ра-ри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 -ра-
Жил на свете один бедный человек. День и ночь трудился, а выбраться из нужды, как ни старался, не мог. Вот как-то совсем отчаявшись он решил: разыщу-ка я Бога и узнаю у него, доколе мне бедным быть. Попрошу себе счастья. Идет он по дороге, а навстречу волк. Приветствую тебя, человек. День добрый. Куда путь держишь? Бога разыскиваю. Поговорить надо. Да? Да. Ну, если Бога встретишь, передай ему, что есть, мол, на свете такой волк, который целыми днями рыщет, а прокормить себя не может. Передай, уж коль создал, так пусть и кормит. Спроси, доколе мне голодным ходить, а? Ладно, спрошу. Мне бы до него добраться. И повстречалась ему девица-красавица. Ой. Добрый день. День добрый. Куда путь держишь, братец? К Богу направляюсь. Побеседовать надо. Если вдруг увидишь Бога, то скажи ему, что живет на свете богатая, очень красивая девушка, и здоровье завидное, а вот счастья и радости в жизни нет. Ладно, скажу. Мне бы только до него добраться, я все расскажу. Узнай, доколе мне страдать, а? Узнаю, доколе ей страдать, а? Повстречал он дерево, хоть и стояло оно у воды, но было сухое. Куда держишь путь, братец? К Богу иду. Дело у меня к нему есть. Между прочим, у меня тоже к нему дело есть. Скажи. Вот стою я у самой воды, а все сохну и сохну. Спроси у него, когда наконец я зазеленею, черт возьми. Ладно, спрошу. Спрошу обязательно. Ха. Вот и Бог. Доброго здравия. Богу помощь. Зачем пожаловал? Хочу попросить тебя, чтоб ты ко всем справедлив был. А то одному даешь все, а другому ничего. Я вот тружусь поте лица, да ни разу сыт не был. А иные, смотришь, палец о палец не ударят, а живут себе припеваючи. Как же это так, а? Ну, сам рассуди. Даю тебе счастье. Иди, наслаждайся. Да? Да? Благодарствую. Да, забыл спросить у тебя, что мне сказать волку, дереву и девице-красавице? Скажи, так и так. Так? Так. Благодарствую.
мало мне своих забот, речи этот на мою голову свалился. А, братец, хороший ли весь мне принес? Бог сказал, что под тобой золото зарыто. Нет свободы корням твоим. Как его выкопаю, так ты и зацветешь. Да, а мне счастье дал. Насладиться спешу. Выкопай золото, и тебе пользы, и мне. Я зеленым стану, а ты разбогатеешь. Не до тебя сейчас. Не Бог уходи. Мне счастье дал, насладиться спешу. Не уходи, счастье не... какое. Какие вести принес, братец? Бог велел тебе передать, как отыщешь себе друга милого, так и станешь счастливой на всю жизнь. Раз так, не покидай меня, друг милый. Нет, нельзя мне с тобой дружбу заводить. Занят я сейчас, Бог мне счастье дал, насладиться спешу. Так что ж велел передать Бог? На пути к Богу встретила девицу-красавицу и дерево засохшее. Девица просила узнать, почему у нее счастья нет, а дерево, почему оно никогда не цветет. Рассказал я это все Богу, а он мне так, мол, так и так. На обратном пути передал я им слово Божье, а девушка говорит, не бросай меня, а дерево говорит, не бросай меня. А я говорю, нет, Бог мне счастье дал, насладиться спешу, не хочу время попусту терять. А мне что велел передать Бог? А тебе велел передать, как встретишь очень глупого человека, съешь его и насытишься. Да? Да, прощай. О чем ты задумался? Да, так. Да? Да. Ну, о чем ты задумался? А вряд ли я когда-нибудь встречу более глупого человека, чем ты. Да? Да. Сказал волк и съел глупого человека. Да будет Бог милостив к вам и к двум братьям. Жили, были. На свете два брата-бедняка. Задумались они, что им делать, как им быть, как семью накормить. И решили. Наймется старший работником к богачу. Заработает денег. Вышли домой. Ну, братец, счастливо оставаться. Не грусти. Нанимаю тебя до первого кукования кукушки. Если я рассержусь на тебе до того, как кукушка прокукует, дам тебе 1000 рублей. Да. Если ты рассердишься, с тебя 1000. Да. Где мне взять 1000? Нет у меня ее. В таком случае 10 лет даром проработаешь. Да. Хотел поначалу старший брат отказаться, а потом решил. Будь что будет, не стану я на него сердиться. А если он рассердится, так пусть и платит, как договорились. И говорит. По рукам. На следующий день, ни свет ни заря, богач будет старшего брата. Вставай, работничек! Вставай, работничек! Пора за дело браться! Как в поле станет темно, закончишь работу и вернешься домой! И вернешься домой! Вышел работник в поле и принялся косить. Косил! 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 Вечером уставший приплелся домой. Ты что так рано пришел? Но солнце-то зашло, хозяин! Нет, так дело не пойдет. Что я тебе сказал? Пока светло, работай. Да, 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 работай. Смотри, как луна светит. Еще ярче, чем солнце. В своем ли ты уме, хозяин? Кажется, ты сердишься, а? Нет, я просто подумал, неплохо бы передохнуть. Ну, смотри. И опять он пошел в поле косить. Косил, 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 косил. Пока луна за горами не спряталась. Только луна заходит, солнце восходит. Уговор есть уговор. Уговор. Уговор есть уговор. Уговор. Уговор есть уговор. Уговор. Уговор есть уговор. Уговор есть уговор. Уговор есть уговор. 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 Попался. Уговор. Попался. Уговор. 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 Проклятый поле твое и хлеб твой! Так ты всерьез рассердился? А? А коли так, уговор есть уговор. Уговор есть уговор. Выкладывай-ка 1000 рублей. Опечалился старший брат. Негде мне взять таких денег, чтобы расплатиться. А днем и ночью горбатись на него так загнуться можно. Пришлось ему расписку дать на 1000 рублей.
горести и печали возвратился он домой. Здравствуй, братец дорогой. Братец. Ну как ты, братец? Братец. Не вешай носа, братец. Оставайся теперь ты дома, а я пойду. Счастливо оставаться. А теперь младший брат нанимается к тому же богачу. Богач опять ставит свое условие. Нанимаю тебя до первого кукования кукушки. Если я рассержусь на тебя до того, как кукушка прокукует, да, дам тебе 1000 рублей. Если ты рассердишься, да, тебя 1000. Не согласен. Если ты первый рассердишься, 2000 мне платишь. Если я первый, я отдаю тебе 2000 рублей или 20 лет работаю даром. По рукам. Полдень уже на дворе. Давно пора в поле выходить. Хватит валяться. Хозяин вовсю старается. И так, и эдак, и так, и эдак. А работник все спит. Вставай, бездельник! Поднимайся! Трава не скошена. Хозяин, по-моему, ты сердишься. Да-да, не сижусь. Я говорю, полдень уже на дворе. А ты все никак проснуться не можешь. Ну, раз ты не сердишься, незачем тогда и торопиться. Вставай, лоботряс! Хватит разлеживаться! Вставай! Проснись, черт тебе подери! Ого, ты сердится, хозяин! Нет, кто сердится? Просто все поля скошены, а наши нет. Все работники домой идут, а наши еще в поле не выходили. Работа не волк, влез и убежи. Пока поднимут работника с постели. Пока чулки ему наденут. День к вечеру клонится. Ночь проходит, на смену день приходит. Все село на ногах, а ты еще храпишь, вставай. День проходит, на смену другой приходит. Ну пойдем в поле. Трава выгорает. Неужели ты сердишься? Нет! Кто не сердится? Сердимся. Я не сержусь. Кто сердится? Нет! Вставай, не сердись. Ты правда не сердишься? Можешь пойти? Поднимайся, пошли. Поля! Ну ты сам подумай, что о нас люди судачат. Ты почти член нашей семьи. Прежде чем к работе приступить, надо червячка заморить, а то под ложечкой сосет. Червячок, червячок. Может, ты сердишься? Нет! Не сердится, не сердится. Сейчас я тебя накормлю. Накормит, накормит. Сейчас накормит. Накормит. Андрей Киря, пэ-пэ-тарера, пэ-пэ-тарера. Покушал? И. Андрей Киря, пэ-пэ-тарера. Ну сколько же есть можно? После сытного обеда не грех и передохнуть. Зарылся он в сено и проспал до вечера. Ну сколько можно пока отлеживать? Душу выметал! Что за наказание на мою голову? Ты как сердишься? Нет, ну, не вставай, сижусь. Миленький, домой вставай, пора. Дорогой. Луна уже светит, ну, простудишься. Пожалуйста. Луна уже светит? Да. Пойдем. Ну так пойдем. Приходят они домой. Видят, гость пришел. Добро пожаловать. Доброго здравия. Иди зарежь барана. Зарежешь барана? Да, да. Какого барана? Какого? Какой под руку подвернется? Какой подвернется? Хватит, подвернется! Да. Да. Ну да. 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 Надо же такое представить. Час спустя доходит до хозяина весть. Бэ! Караул! Работник всех баранов перерезал! Бэ! Боже мой! Ой! Эх! Креста на тебя нет, безбожник! Зачем все стадо перерезал, а? Ты сам сказал, зарежь барана, который под руку подвернется. А они все подвернулись. Вот я всех и перерезал. Ты, может, сердишься на меня? Нет, совсем не сержусь. Совсем не сердитесь. Мне баранов жалко, совсем не сержусь. Раз вы не сердитесь, тогда еще покушу. Хозяин ночами не спит. Думает, гадает, как от работника избавиться. Эх, когда еще кукушка прокукует? Ох, не скоро.
слушай, неужели ты вправду не сердишься? Нет, не сержусь, нет, не сержусь. Ку-ку. 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 А не пойти ли нам в лес поохотиться? Можно и поохотиться. А не пойти ли охотиться? Можно, хозяин. Отвел багаж жену в лес, посадил ее на дерево и велел куковать. Ну и повезло тебе, парень. Кукушка прокуковала, срок твой вышел. Нет, где это видно, что кукушки зимой куковали? Кукую. Пострелю-ка я эту кукушку, видно, порода особенная. То, что кукушка... Ну что, сердишься? Нет. Я взбешен. Моему терпению пришел конец. Оставь меня в покое. Забирай, что причитается. Вернулся, братец. Да, братец. Ну и как, братец? Да вот так, мой братец. О, братец. О, братец. Доченька, сходи на родник за водой, жажда меня замучила. У меня сынок. В шапочке попуз назову. Кикос! Полезет он на дерево, сорвется и головой о камень. Вай! Вай, Кикожан! Вай, Кикожан! Вай, Бурдижан! 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 Доченька, сходи на родник, что-то сестры твоей долго нет. Что с тобой, сестричка? Ой, не спрашивай. Вышла я замуж. Родила сыночка? В шапочке пупус назвала. Кикос! Полез он на дерево, сорвался и головой о камень. Доченька, узнай, почему сестриц нет. Чего это вы ревете? Ой, не спрашивай, сестричка. Вышла я замуж. Родила сыночка. В шапочке попоз назвала. Кикос!
полезла на дерево, сорвала себе голову и окаменела. Мать, сходи за дочерьми. Может, они заблудились? Что случилось, доченьки? Ой, не спрашивай, матушка. Вышла я замуж. Родила сыночка. В шапочке Бобос назвала. Кикос. Полез он на дерево, сорвался и головой о камень. Что происходит? Почему слезы льете? Ой, муженек, не спрашивай. Вышла я замуж. Родила сыночка. В шапочке Бобос назвала. Кикос. Полез кикос на дерево, сорвался и головой о камень. Слезами горю не поможешь. Хватит убиваться. Вставайте. Пойдем заколем нашего быка. И честь по чести поминки справим. Такая уж наша судьба. Вставайте. Вставайте. Ущелье гор, среди села. Мяу. Ловчонка тесная была. Туда забрел базарный день пастух одной из деревень. Он на плече дубину нес. За ним бежал мохнатый пес. Мяу. Приветствую тебя, купец. Медку отвесь, в продаже есть? Есть мед, дружок. Отличных пчел, лучших пород. Ах, что за мед, душистый мед. Похвалит всякий, кто возьмет. Вот так спокойно, не спеша, и слов медовых не щадя, взялись за мед. И за беседой невзначай пролили каплю через край. Почуяв мед издалека, слетела муха с потолка, жужжит и жадно тянет мед. Тут появилась из угла и кошка нашего купца. И в тот же миг на муху прыг. Но пес, пришедший с пастухом, такую прыть пошел грехом и ну терзать, трепать, валять спокойно, кошку придушил, потряс, полаял, отпустил. За что? Конец. Караул! И то, что было под рукой. Не знаю, что, предмет какой, отправил. Пса на упокой. И рядом. С кошкой уложил. Мой бедный лев! Скричал пастух. Моя любимица! Мой друг! Вон отцель! Да провались ты с проволочкой своей! Безбожник! Че? Еще! Еще! Тупой баран! Тут над купцом силач занес свою дубину! Эээ!
наш купец нашел безвременный конец. Осло! Джо! Грабеж! Разбой средь бела дня! Разбой! Убили! Эй, сюда! Со всех дворов! Из всех ворот! Из всех дверей! Валит народ! Бегут на шум! Бегут спешат! Собрались все! Отец и мать! Брат и сестра! Жена! Детишки! Все друзья! Соседка! Свекор! Крестный! Сват! Кум! Зять! И зимака пришел взывать! Гремят в опять, стучат, свистят, идут, кричат, бьют пастуха! Гремят в опять, стучат, свистят, идут, кричат, бьют пастуха! Ах ты, медведь! Мохнатый сгон! Головорез! Разбойник! Вор! Не погубать пришел злодей! А убивать! Честных людей! Кричат и бьют, бьют и кричат! Уложили к мертвым ряд! И пал на землю вниз лицом! Рядом с собакой и купцом! И вот до ближнего села, как дым пожара весь дошла. Эй, товарищ, ходи слух, убить гори наш пастух, не гораздо смерть его просить, убийцам надо отомстить. И повалили все толпой, как взбудораженный осиный рой, бегут со всех концов села, до всех уже молва дошла, все мстить хотят за пастуха. Вот явился кто-то с ружьем. Кто с вилами? А кто с ножом? С лопатой. Киркой. Наоборот. Хватают все. И вниз, пешат. Кто на коне? А кто пешком? Кто в шапке? Кто-то босиком. На ней рука, войной идем. Худой народ не заживет. Так и мористый снегет. За каплей меда вниз пойдешь. Да и на вид лишний загрош. Черная совесть от греха. Идем же мстить за пастуха. Примите кровь и огня, еще сильней пошла резня. Огонь село спалил дотла, а были эти два села, где жили сотни две крестьян, в пределах двух различных стран. Рубеж между ними проходил, закон различный их судил, и подати несли они царям различным в эти дни. Слава, слава, слава королю! Слава, слава, слава! Мы Божьей милостью и прочь сим извещаем! Нынче в ночь царек соседний славно вор, презрев священный договор, вступил в одно из наших сел. Границы наши перешел, у поселян отнял кров! Слава! Да здравствуй, наславный король! Ура, ура, ура! Сын небес и царь царей, сим объявляем, что злодей, соседний царь, идет войной, чтоб нашей завладеть страной. В наш край он втор, всеславно вор, призвев священный договор, и для сего найдя предлог, но с нами меч и с нами Бог. Зэк врагу вперед! Thank you.
тут и кончается рассказ. А если кто-нибудь из вас задаст рассказчику вопрос, кто здесь виновнее, и неужели столько зла шальная муха принесла, за нас ответит вам народ. Найдутся мухи, был бы мед.